Да. Это она. Это она. Это именно эта игра. Да, это твоя игра. Это твоя игра, чувак, тебе повезло. Выпала твоя игра. Так, указатель видно, все видно. Я, наверное, спалил весь лист сегодняшних игр только что, потому что... Ну ладно, неважно. Сейчас я разберусь с настройками, со всем остальным, и начнем. Full screen. Ну, предполагаю, что... Я не знаю. Я не знаю вообще, что это за игра. Честно говоря, в ней должна была быть русификация, которую я вчера поставил, но... О. Отлично, отлично. Мы справились, чат. Мы справились. Нет, не хочу назад. Мы справились. Уже половину дела я сделал. Итак. Игра на 1,5-2 часа. Окей, окей, окей. Все, погнали. Может, русик накатишь? Спасибо, чувак. Я лучше тебя знаю. Что нужно делать? Ладно, чат. Не будем отвлекаться, пожалуй. Начнем. Чуть почище немного сделаю. Потому что этот MIDI-файл с гимном Великобритании. Джаслин, вдовствующий король, герцог Калариса. Мы почти дома, твоя комната. Это, блядь, новелла. Это новелла. Ну ладно. Мы почти дома. Твоя комната именно такая, какой ты ее покинула. Я знаю, как трудно покинуть свою школу и всех своих друзей, но я нанял лучших репетиторов по каждому предмету. Ты должна усердно трудиться, чтобы подготовиться к своему 15-летию, но я уверен, у тебя все получится. Ты быстро научишься и станешь прекрасной королевой. Этого так хотела твоя мама. Это не то, чего хотела мама. Она не хотела умирать и оставлять меня одну. Нет, не хотела, но иногда происходят плохие вещи. Мы должны собраться и двигаться дальше. Вся Нова полагается на нас, на тебя. Я буду сопровождать тебя до коронации, но принятие всех решений будет только за тобой. Идем, твои горничные ожидают тебя. Добро пожаловать в Long Legs Queen. Если вы впервые играете в эту игру, то прочтите этот вводный инструктаж, чтобы понять принципы игры. Ну ладно. Вы управляете Элоди, почти королевой новой. Сейчас она пытается подготовиться к коронации. Для этого ей надо ходить на занятия каждую неделю, чтобы повысить свои навыки. Не хочу учиться. Хочу страной править. От ощущения навыков будет зависеть ваше решение. Знание нужных навыков может спасти вам жизнь. Кроме того, следите за настроением Элоди. Ее сейчас не очень весело. Ей сейчас не очень весело после трагической смерти ее матери. Кнопка настроек покажет вам настроение Элоди более детально. Окей. Ныне приуныло. Элоди чувствует страх и уныние, но сейчас ею преобладает уныние. Если она станет более радостной, то уныние пройдет, и ею будет преобладать страх. Настроение Элоди влияет на ее способность к обучению. Это дает бонусы для одних навыков и штрафы для других. Давайте посмотрим на экран навыков. Навыки поделены на 4 основных категории: социальные, физические, интеллектуальные и мистические. Внутри каждой категории есть наборы навыков с тремя взаимосвязанными навыками. Вначале все навыки равны нулю. Алекс Гол 227. Спасибо за подписку. Текущее настроение, депрессия, бонус самовыражения, обращение с животными, штраф королевские, манеры, общение, атлетика. Окей, о, боже мой. Каждую неделю Элоди может изучить 2 навыка. Обычно она получает 2 очка навыка за каждый учебный день. Например, изучая историю, она получает 2 очка умножить на 5 дней 10 очков.
Элоди сейчас уныла, поэтому она получит штраф минус 2 очка для набора навыков разговора. Сейчас она не хочет говорить с людьми. Если она будет тренировать разговор, то она получит 2... минус 2 очка в день, что равно 0 очков. Вот, однако у нее есть бонус плюс 1 очко для набора навыков. Можно поговорить с принцем еще раз или... Экран еще определен на утренние и вечерние занятия. Выбрав выбор навыка, с правой стороны экрана появится 3 навыка из этого набора. Королевские манеры? Выберите навык, который вы хотите изучить на утренних и вечерних занятиях, затем нажмите кнопку «Готово» в нижнем углу. Окей, я хочу учить. Я не успел. По ходу сюжета вы иногда сможете увидеть пузыри с текстом, они подскажут, что происходит за кулисами. Окей. Окей, такие пузыри показывают изменения в настроении Элоди от событий в игре. А такие пузыри показывают, как меняется... Готовьтесь стать королевой. Я готов. Я готов. Учеба. Так, вера, знание, история магии, толкование знаний природе, медитация, поиск и поддержание собственного внутреннего мира. Это то, что и нужно женщинам. Я буду только веру учить. Я хочу, чтобы она была поехавшей религиозной фанатичкой. Хотя нет, не только веру, пусть будет еще общение, обращение с животными, потому что ей же придется обращаться с верноподданными. Лошади, езда и ухаживание. Как это мило. Умение одержать победу на суше. Вы практикуетесь принимать сидящее положение, что позволяет вам оставаться расслабленным и спокойным без того, чтобы провалиться в сон. Вы изучаете сильные и слабые стороны разного вооружения в боевых формациях. Класс. Почему снаружи так шумно? Кто здесь? Ох, это же мои кузины и тети с дядей. Милая, мы приносим глубочайшие соболезнования в связи со смертью твоей матери Фидели, это графиня. Спасибо. Чудесно выглядишь, племянница. О-о-о. В то-то время еще можно было племянниц без зазрения совести в очко-то пердолить. Шарлотта, леди Мервы. Привет, Лоди. Привет, Лотти, давно не виделись, вы надолго у нас останетесь. Ага, мамочка сказала, что мы пробудем здесь целый месяц. Возможно, у нас будет немного времени поговорить чуть позже. Целый месяц будут жить. Так, закончив обучение, чем займетесь на выходных? Поговорить с отцом, посетить тронный зал, видимо, исследовать замок, посетить склеп. Участвовать в службе, гулять в саду, играть с игрушками, посетить Шарлотту, спуститься в подземелье, нет эффекта. Так, ну... Нет, с отцом не хочу, не хочу. Участвовать в службе минус одно уныние. Давайте... Давайте поучаствуем в службе, чтобы уныние пропадало. Forbidden Lover, спасибо за подписку. 2 месяца подряд. Это служба ради тебя. Вы посетили службу в замковой роще, где церемонии принесли спокойствие в ваше сердце. Отлично. Ну что ж. Надо... Наряд. Форма школы-интерната готова. Надо учиться шмоточничать. Сильверхав, спасибо за подписку. 1.5 года подряд. Где это было? Вот. Элегантность, внешний вид, аура уверенности команды. Элегантность, умение вести себя красиво. Способность принести боль. Пусть будет элегантность. А вечером мы будем учить...
Вечером мы будем учить... внешнюю политику, пожалуй. Готово. Итак. Окей, я, видимо, не... Да, и уныние мне не позволило. Я слишком... Слишком много страха для того, чтобы сфокусироваться на этом всем. А вот взаимоотношения между нами и ближайшими соседями она изучила. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Забыл в группе стримов дать описание о стриме. Какая я плохая королева. Какая я плохая королева, друзья. Что же со мной не так? Окей. Сабдей. Ну я ж вчера написал, что сабдей в 7 вечера. Этого недостаточно. Чат. Заставили меня оторваться от этой божественной игры. Я, кстати, рад, что у нас есть зрители-трансвеститы, которые загадали эту игру мне. Элоди, наследница принцессы, что за волнение снаружи? Отец, что происходит? Я приехал отдать дань уважения в честь вашей матери, говорит герцогиня Урсула. Какая неплохая герцогиня. Вдовствующий король, это мой папа, у него. Странный внешний вид. У тебя нет уважения или чести, это из-за тебя и твоей силы моя жена умерла. Что? Я Люмен, такой же, каким была она, и каждый из Люменов. Я готов отдать жизнь, если это необходимо для защиты нашей страны. Ваша линия была изменниками в течение 200 лет. Я не позволю тебе развращать мою дочь. Это решать только наследница престола. Элоди, твоя мать доверяла мне, и я многому смогу тебя научить. Арестовать ее... Синеволосая мразь. Арестовать ее? Говорят, батя что-то бадхертил. Он может, конечно, в запое, но... Горит мамкой за нее приставилась. Ну-ка. Ну-ка. Нравится вам Люмины? Люмин, по-моему, это такая говнарская группа. Арестовать, арестовать, арестовать. Вы предали корону и должны быть казнены. Стража, арестуйте ее. Бросьте ее в темнице замка, и пусть она там загниет. Прекрасно, я надеюсь, она больше не доставит нам проблем, говорит король. Какой-то он мутный, но все-таки папка. Пойдем к папке сходим. Пап, что на самом деле случилось с мамой? Она была Люмином, магом, это означало быть в резерве, защищать нашу страну, но она настаивала на... Тебе не нужно это слышать. Она использовала магию, это истощило ее силы. Она думала, что это безвредно, но это не так. В конце концов, ее сердце просто остановилось. Что-то я, по-моему, поторопился засунуть эту бабу в темницу. Именно поэтому я не хочу, чтобы ты занималась магией. Так. Учеба. Где там магия? История магии. Интриги. Внутренние дела. Я коварен. Коварен. Зелс, спасибо за подписку, братишка. В следующем голосовании с Сабдей сможешь поучаствовать. Только люмины могут управлять магией только с помощью настроенного кристалла. Способность контролировать кристалл, по-видимому, наследуется, так что кристаллы передаются от отца к сыну до самой смерти люмины. Следующий... Дядя по матери, после нас. А потом Шарлотта, надо запомнить. Надо запомнить, дядька. Дядька, надо его в темницу срочно. Шарлотта, леди Мервы, любит, не любит? Лотти, у тебя есть парень? Не совсем. Я просто люблю играть с цветами. И я... Вы подбираете свой подол, готовясь сесть, как вдруг шипение предупреждает вас о скрытой опасности. Змея! Шарлотта, не двигайся. Вы хватаете палку, чтобы отбросить змею, но вам не хватает навыков сделать все правильно. Это сделала змею только злей. С невероятной скоростью змея бросается вперед, вонзает клыки в вашу ногу. Змея уползла прочь, но теперь слишком поздно. Странное покалывание распространяется по вашему телу. Это молочная гадюка, а не ядовитая. Я плохо себя чувствую. Ваша нога онемела, вы споткнулись и упали на землю. Ну же, Шарлотта, отсоси мне яд, держись. Ваша кузина становится на колени и ложит руки на место укуса. Зона укуса болезненно пульсирует на...